100 лет на страже детства. Юбилей отмечает комиссия по делам несовершеннолетних. Праздничное мероприятие состоялось в Щелковском районном культурном комплексе. Век назад в нашей стране был издан декрет, определивший курс государства на социальное воспитание детей и подростков. С тех пор комиссия по делам несовершеннолетних играет важнейшую роль в судьбе целых поколений. На сцене районного дворца культуры чествуют и награждают ветеранов и членов комиссии, специалистов профильных служб социальной защиты, полиции, образования, трудоустройства, опеки и попечительства. Всех неравнодушных людей, чей труд так нелегок, но необходим. Мы все прошли через детство. Непростое оно у всех. Но есть определенный стабилизирующий фактор – это родители. У кого-то они разные, которые помогают воспитывать детей или, наоборот, к сожалению, вредят. Поэтому ваш вклад в воспитание детей, вытаскивание их из непростой жизненной ситуации, стабилизации и направление их правильному пути очень нужен. Хочу пожелать вам здоровья, счастья. И чтобы, наверное, случилось в нашей жизни и в нашей стране так, чтобы у комиссии по делам несовершеннолетних было как можно меньше работы. Такая у них работа – помогать людям, целым семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию по разным причинам, защищать права детей, предупреждать правонарушения. 30 декабря 2005 года принят закон о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области. В соответствии с этим законом в администрации Щелковского муниципального района был создан отдел по делам несовершеннолетних, который обеспечивает деятельность комиссии. Просто надо вникать в проблему и ее решать кардинально, чтобы ребенок был, понимал, что за него еще могут и заступиться и взрослые, и комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссия готова в любое время дня и ночи прийти на помощь, когда кто-то в семье поссорился, подросток, ребенок поссорился с родителями, подростку кажется, что родители категорично его не слышат и не понимают, родителям кажется, что подросток уже вышел из-под контроля и тоже ничего не слышит, на это есть мы. Комиссия стала инициатором благотворительных акций «Соберем ребенка в школу» с теплом в сердце и многих других. Малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми в квартирах бесплатно устанавливаются датчики противопожарной сигнализации. Оказывается, поддержка и молодым семьям. Так, в канун юбилея комиссия по делам несовершеннолетних совместно с Щелковским отделением Красного Креста и Общественной палатой поздравили семью Левашовых с прибавлением. Мы все сегодня рады приветствовать новую жительницу Щелковского муниципального района. Роли мамы хорошо очень. Спасибо, то, что есть люди, которые помогают, на отзыв идут. На учете в Щелковской комиссии стоит 200 детей. Такое же количество ежегодно снимается с учета при постоянном росте численности местного населения. Около 400 семей, испытывающих трудности воспитания детей, также находятся в поле зрения специалистов. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».